Республиканский театр актера и куклы в городе Нерюнгри, история которого началась в далеком 1985 году, открыл свой 32-й сезон. Спектакль «Победить или умереть» – это история бесстрашной молодой девушки-враче, которая в далекие 30-е годы в суровых условиях лечила людей от оспы. Подробнее Тамара Игнатьева. История, показанная на сцене Нерюнгринского театра актера и куклы, интересна тем, что основана на реальных событиях. Прототип главной героини, молодая врач-инфекционист Капитолина Облезова, была из известной питерской династии врачей. Волей судьбы она оказалась в Якутии во время бушующей эпидемии тифа. Суровые условия, при которых пришлось лечить жителей Оленька от тяжелой болезни, не сломали молодого специалиста, и она ценой своей жизни спасала людей. Мне это очень интересно, потому что роль драматическая и такая глубокая. Там у нее очень много переживаний, очень много событий происходит с ней. И вот эта борьба между тем, чтобы самой спастись или помочь больному ребенку. Нерюнгринскому зрителю спектакль понравился. Он долго аплодировал и не отпускал актеров. А представитель Оленёкского района Надежда Николаева от имени своих земляков поблагодарила за прекрасную постановку директора и художественного руководителя театра, а также режиссера-постановщика спектакля Петра Скрябина, который, в свою очередь, поблагодарил автора пьесы Василия Харысхала, с кем у них создался прекрасный творческий тандем. Пьеса писалась очень быстро, где-то я через неделю уже закончил пьесу. И тут же позвонил Петру Трухановичу. Петя, я закончил пьесу. Прости, может тебе понравится. Отправил по почте электронной. Через час он мне звонит. Ставлю пьесу. Итак, премьера состоялась. Тамара Игнатьева, Семен Амосов, НВК СХ, Нерюнгри.